Приветствую вас, я Марина Климова. Приглашаю вас обсудить тему, связанную с бланками строгой отчетности, как первичными документами и основанием для вычета НДС. С июля 2019 года эта тема стала очень горячей, и тут присутствует большой дефицит всяческих разъяснений и обсуждений в бухгалтерской прессе. Поэтому думаю, что эта встреча будет очень полезной для вас. Вы сможете, просмотрев ролик, избегать различных сложностей и ошибок, связанных с признанием расходов и вычета НДС на основе БСО после проведения реформы контрольно-кассовой техники. Жду вас на видеоконсультант. Спасибо.